Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3. Урок 14. Определи, что общего и что различного в задачах. Реши их, пользуясь схемами. В двух пачках 160 тетрадей. Причем в одной из них на 20 тетрадей больше, чем в другой. Сколько тетрадей в каждой пачке? Найдем, какое одинаковое количество тетрадей в пачках. Для этого 160 отнимем 20, равно 140 тетрадей. Значит, в первой пачке будет 140 деленное на 2, 70 тетрадей в первой пачке. А во второй пачке у нас на 20 тетрадей больше, значит, мы к 70 прибавляем 20. Получаем 90 тетрадей во второй пачке. Ответ: 70 тетрадей в первой пачке и 90 тетрадей во второй. Задача Б. В двух пачках 160 тетрадей. Причем в одной из них в 3 раза больше тетрадей, чем в другой. Сколько тетрадей в каждой пачке? Первым действием мы узнаем, что в пусть x в первой пачке тетрадей. Тогда во второй пачке тетрадей будет в 3 раза больше. 3 умноженное на x. Составим уравнение и найдем, сколько тетрадей в первой пачке. X прибавить 3x получится 160. Если 1x прибавить 3x, мы получим 4x. 4x равно 160. Для нахождения второго неизвестного множителя мы должны произведение 160 разделить на первый известный множитель, на 4. И мы узнаем, что x равен 40. То есть во второй пачке 40 тетрадей. А в первой пачке их в 3 раза больше. Значит, мы 40 умножим на 3 и получим 120 тетрадей. Общее в этих задачах – это содержание, часть условия и вопрос. А различие в том, что в одной задаче увеличение на тетрадей, а во второй увеличение в 3 раза. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.